Мы сейчас находимся в Ojos Negros. Это очень интересный поселок. Мы здесь совершали служение примерно уже около 7 лет. И буквально в прошлом году было уже открытие этой церкви. Сзади находится здание, где наше братство, особенно Salem Церковь, участвовало в построении. И сейчас пастор проповедует. И что интересно, мне напомнило это примерно как в Галилее. Проповедует пастор, и слышно полностью по всему поселку его проповедь во все стороны. Почему? Потому что много людей собралось, и не хватает места в самом здании. Так что очень приятно видеть и слышать, что Божье Слово распространяется по всем улицам. Может быть, в России, может, уже полицейские вызвали. Но так это происходит, благовестие здесь. Благодарим за ваши молитвы, за то, что участвовали, те, кто жертвовали. Очень приятно видеть, что Бог совершает свое служение через этих здесь людей. И слава Богу, что и мы можем потрудиться в этом служении. Спасибо всем, да благословит вас Господь.